38. Я обнаружил корабль работорговцев в ангаре А. На корабле выскакивались трандашаны. Их здесь полным-полно. И они направляют на нас боевых дроидов. Трандашане были более озабочены добычей шкур Вуки, чем этой войной. Тогда что же они здесь делают? И зачем сепаратистам сбывать работорговцам железяки? Я продолжу анализ журнала, а вы тем временем спускайтесь в ангар А и разберитесь с ними. Я перевел корабль на внешнее управление. Я смогу на расстоянии управлять системами корабля. Стоп! Вы это слышали? Такой звук, будто штурмуют дверь. Я обнаружил корабль работорговцев в ангаре А. На корабле выскакивались трандашаны. Их здесь полным-полно. И они направляют на нас боевых дроидов. Трандашане были более озабочены добычей шкур Вуки, чем этой войной. Тогда что же они здесь делают? И зачем сепаратистам сбывать работорговцам железяки? Я продолжу анализ журналов, а вы тем временем спускайтесь в ангар А и разберитесь с ними. Я перевел корабль на внешнее управление. Я смогу на расстоянии управлять системами корабля. Вы это слышали? Такой звук, будто штурмуют дверь. Держитесь, Дельта! Хватит хромать! Иди, прими бакту, солдат! Есть, сэр. Благодарю, сэр. Чуваки, трандашанские наемники. Они имеют военную подготовку и соответствующее снаряжение. Не стоит их недооценивать. Жду ваших приказаний. Я готов. Осторожно, впереди наемники. Круто, сэр. Трандашанин уничтожен. Еще один убит. Эти парни могут спрятаться всюду. Продвигайтесь медленно и осторожно. Дорога не получилась получше, Сайл. Ты мертвец. Дельта, этот корабль хранит массу информации о трандашанах. Я заметил. Записаны все произошедшие на борту события. Каждый вид оружия, каждый маневр. Республика месяцами будет анализировать эти данные. Вуки могут воспользоваться этой информацией, чтобы покончить с работорговцами. Да, и Вуки будут обязаны нам всем жизнью. Мы должны вернуть этот корабль на Корусант в целости. Держитесь подальше от мин. Разошать на лифт. Теперь.
Надо поставить сюда взрывчатку, Дэка. Да точно, установлю заряд. Живо! Седьмой готов идти дальше. Состояние удовлетворительное. Нравится мне все это. Подходите к минам, только пригнувшись. Уничтожим их отсюда, Дельта. Занимай позицию, босс. И это на его меткость мы полагаемся. Пойдемте. Лидер отряда. Красиво вышло. Меткое попадание. Это точно не Гетерон. Обеспечь нам снайперский огонь, командос. Перехожу на позицию. На позиции. Мы продули. Есть, сэр! Бакта творит чудеса. Обеспечь нам снайперский огонь, командос. Уже иду. Оружие готово. Лидер отряда, в чем дело? Нам бы здесь не помешал взрыв, Дельта. Ставлю заряд. Прикройте мне спину, Дельта. Чуть-чуть. Взрывать, когда будете готовы, сэр. Принять снайперскую позицию, Дельта. Этот мой. Можете идти, сэр. Назад! Oh.
построиться для наступления. Продвигаемся дальше. Обеспечен нам снайперский огонь, командос. Перехожу к указанной позиции. Уничтожить их, Дельта. Перемещаюсь к указанной позиции. Вперед! Вперед! Оружие наголо. Работорговцы! Это ящерицу прибил. Этот убит. Отлично! Зона захвачена. Граната! Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. Уже иду. Оружие готово. Прекратить, Дельта. Продвигаемся дальше. Наемники нападают с флангов. Отличись, Дельта. Уже иду. Тому, кто поставил дредбак на автомат, нужно памятник поставить. Дельта 40 вылечен на... Дельта 38. Я проанализировал журнал системы связи корабля. Рандашане назначили в этом месте встречу с сепаратистами. Они собираются продать корабль? Я запрошу подкрепление у республики. А вы тем временем доберитесь до ангара и разберитесь. Что за... Работорговцы! Засада! Помогите! Приближаются вражеские заряды! Наемники! Противоцепляйте бомбы! Эти болваны сломали лифт! Мы застряли в тюремном блоке! Удерживайте позицию, Дельта! Сейчас проверю план корабля... Дайте мне сообразить. Трандашане захватили корабль, чтобы обменять его у сепаратистов на боевых дроидов? Ненавижу, когда они так делают. Летать-то легко, а вот приземляться. Ах, новые патроны. И почему-то я чувствую себя бандой, попавшей в луговый рангар. Дельта 38. В тюремном блоке предусмотрена система автоматической изоляции. Ну что ж, кажется, она не работает. Я обнаружил повреждения на терминалах. Найдите и почините эти терминалы. Тогда изоляция запустится автоматически. Вперед! Хватит хромать. Иди, прими бахту, солдат. Уже иду, лидер отряда. В вашей зоне есть поврежденный терминал. Подойдите к нему и почините. Дедбакт автомат, нужно памятник поставить. Можешь принять бакту, Дельта. Направляюсь туда. Так намного лучше. Ломайте этот терминал, командос. Слушай, лидер отряда. Почти. Метка. Это только начало. Отряд, ищите остальные терминалы.
проблемы, Командос. Работорговцы! На позиции. Так, держать. Они наступают со всех сторон. Хоть кто-то прикроет наши спины. Боеприпасы закончились. Подтверждаю. Продолжаем. Взломайте этот терминал, Командос. Смотрите, как работает так. Работаю над этим. Почти готово. Остался лишь один терминал. Разрешение ликвидировано. Сейчас нужна помощь. Взломщик выбыл из боя. Укройтесь от турели, Дельта. Взломщик в беде, иду к нему. Сканеры сообщают, что большинство оставшихся брандашан находится в тюремном блоке. Может, дело в тепле? Я им помогу согреться. Отличный выстрел, Командос. Почините последний терминал для запуска изоляции. Ты, к Бакте, живо! Применяю Бакту, сэр. Бакту применим. Я засек сигнал от солдат клонов. Я проверю его. Не отвлекайте, Дельта 40. Отстроиться для наступления. Вас понял.
Не определяйтесь, так. Немедленная помощь! Рандержанин убит. Наемники! Начать процедуры с Бактедельта. Активировать защитный шлем. Это все, конечно, хорошо, но мы теперь сами в ловушке. Я выследил источник сигнала. Вернитесь и найдите его. Он рядом с той турелью.
сигналом солдат клонов поступает из позиции под вами. Найдите решетку и установите взрывчатку на ней. Газ добрался до последнего из них. Посмотрим, как долго трандаша они могут не дышать. Не взрывать, Дельта. Отходим, Дельта. Вперед, отряд, до самого дна. Я прыгаю первым. Пилот! А где это мы? Переключаю режим визора. Что за? Вы, наверное, шутите. Ну все, теперь я серьезен, как никогда. Отряд, выбирайтесь оттуда. Корабль Трандашан где-то поблизости. Дроиды-мусорщики. Вражеские заряды. Метко стрелять. Я догадался, что это. Это панель управления турелями. Вот это убийство. Противники стрелял. Осторожно. Осторожно, они повсюду! Мусорщики! Не могу снять мусорщика! Эй, что задумал этот трандашанин? Отряд, не подпустите его к терминалу! Я не знал, что эти ящики умеют летать. Сэр, вы уверены, что мы должны одного и того же дома? Мусорщики! Безупречный выстрел, командос. Хватит хромать! Иди, прими бакту, солдат! Уже лечусь, сэр. Теперь мне намного лучше. Прими бахту, командос. Уже иду, лидер отряда. Тому, кто поставил здесь бакт-автомат, нужно памятник поставить.
Прими бакту, командос. Получаю бакту. Ах, так намного лучше. Дельта-38, внимание! Датчики дальнего действия засекли борьбу корабля сепаратистов. Осторожно, у них ударные ружья. Давайте-ка испробуем это ударное ружье. Дельта-38, все оставшиеся трандашане приближаются к вашей позиции. Наверху, на мостике гранатометчик. Вижу трандашанский корабль. Этот корабль является их базовым лагерем, и они сделают все возможное, чтобы его защитить. Хорошая работа, командир. Перезаряжаюсь. Осторожно, впереди. Уничтожим-ка их отсюда, Дельта. Перехожу на позицию. На позиции. Сядь за эту дурь, Дельта! Будет сделано. Ящерица убита. Этот готов. Турель готова к работе, сэр. Опять эти проклятые турели. Yes.
этого корабля мощная защита. Для его уничтожения нам потребуется более мощное оружие. Чтобы пробить защиту, возьмите под контроль эти ракетные турели. Нужна немедленная помощь! Так точно. Бакту, живо! Нужна помощь, Командос! Бакту, Дельта. Направляюсь туда. Противник отступает! Корабль на грани! Нужна немедленная помощь! Отряд, взять эти турели и уничтожьте корабль! Бакту, живо! Я скоро вернусь. Карандашанин убит. Займись управлением этой турели. Я вас понял. Thank you.
Выйти из турели, командос. Так точно, продвигаюсь дальше. Кто-нибудь, сядьте за турель. Я вас прикрываю. Двигаюсь. Готов вести огонь. Мы уже на месте? Перерыв. Этот десантный корабль уничтожен.